Добрый вечер. В эфире программа «Школа злословия», и мы ее ведущие. Татьяна Никитична Толстая. И Авдотья Андреевна Смирнова. А у нас в гостях прима-балерина нашей страны, самое главное, Светлана Захарова. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, мы должны вам сразу же признаться, мы еще ни разу так не начинали программу, но мы никогда не были в такой ситуации. Дело в том, что мы не хотели вас звать. Это была не наша идея, это была идея нашего продюсера. И мы с ним даже как-то несколько поругались по этому поводу, с Константином Сергеевичем Смирновым. Потому что мы вас очень ценим, как танцовщицу, как художника. Мы большие ваши поклонницы, вы действительно прекрасны. Но у нас как-то не было к вам вопросов. И мы плохо себе представляем, какие могут быть вопросы к замечательному художнику, замечательной танцовщице, балерине. Потому что тот единственный раз, когда у нас была товарищ Волочкова, она у нас выступала здесь, в общем, как общественный деятель и как такая фигура медийного пространства. Поэтому вот смотрите, у нас с вами есть теперь какой выбор. Да, дело в том, что еще наш продюсер Константин Сергеевич Смирнов сказал, что да, она сама к вам хотела. Что нас тоже изумило, потому что хотеть к нам, на наш взгляд, тоже довольно странно. И вот у нас с вами какой выбор. Значит, мы можем пуститься в часовое бесконечное восхищение вашим талантом. Вы будете щебетать, как это принято в представлении публики у балерины. Говорить, да, это была прекрасная партия. Вообще для меня с самого детства музыка Чайковского. Это была моя мечта. Там, и так далее. В общем, зритель уснет минуте на седьмой, я так думаю. Или есть у нас вариант вместе как-то придумать и как-то двинуться и поговорить откровенно и по-честному. Да, поговорить... С одной стороны, о балетных театральных сплетнях, и тут нам потребуется ваше, так сказать, мужество и свобода. С другой стороны, о вашей общественной деятельности. Вот согласны ли вы на это? Ну, в принципе, я шла сюда говорить честно, наверное. Потому что я, наверное, не тот ребенок, который мечтал в свое время о балете, который бредил красивыми пачками, нарядами. То есть меня в 10-летнем возрасте отвезли в училище, и я только там узнала, что такое балет. Поэтому... А так я, в принципе, была обычным ребенком. У меня не было каких-то мечтаний эльфов каких-то в голове. Я бегала с мальчишками по улицам, играла с ними какие-то разные игры. И, то есть я была обычно таким активным ребенком. То есть принцессу мы из вас изображать не будем, да, совместно. Да, и щебетать не будем. Прекрасно, замечательно. То есть можно говорить по-человечески. На разные темы. Чудесно. Тогда давайте, ну как хотите, начнем со сплетен или с общественной деятельности? Мне все равно. Отлично. Прекрасно. Тогда начнем с общественной деятельности. Вы вообще на заседание Думы ходите? Пропускаю, но стараюсь туда попадать, конечно. А зачем? Как часто они заседают? Не в среду? Пленарное заседание в среду, пятницу обычно. А вы зачем туда пошли вообще? Ну, мне нравится общественная деятельность. Мне как-то всегда... То есть там сидеть нравится? Нет, сидеть, может быть, и не нравится, а вот участвовать в этом процессе. Влиять. Нравится. Вам нравится быть начальником? Ну, честно. Да. Вот я честно говорю. То есть вам нравится, когда по мановению ваших рук? Ну, к сожалению, так не получается. Очень много зависит от других людей. Я уже поняла вот за полгода, которые я там работаю, что от меня не все зависит, к сожалению. Мне хочется многое сделать, но нужно пройти очень много для того, чтобы добиться того, что я хочу. Нужно со многими поговорить, нужно ко многим достучаться, дозвониться. Это оказалось очень сложная работа. Я не ожидала. А вы думали как, что вы придете, махнете на дом, и они... Я думала, что будет все проще и легче, и я думала, что будет как-то... Легче добиваться своих целей там. То, что вот я хочу помочь, я хочу. Это оказывается очень много препятствий. А зачем вообще балерине Государственная Дума? Ну, знаете, вот когда действительно поступило предложение, я, честно говоря, сама так заволновалась, испугалась и подумала, что я сейчас действительно, может быть, не на пике, а на подходе. И я надеюсь, что у меня еще вообще все впереди в балете, еще много будет развитий. Но меня всегда как-то интересовала политическая жизнь. Вот именно страны нашей. Мне всегда интересовало, что за рубежом происходит. То есть я привыкла ехать на гастроли за рубеж, представлять не только себя как балерину Большого театра, раньше Мариинского театра, или просто как Светлану Захарову, как сама по себе. А я всегда понимала, что за моей спиной целая страна. То есть все равно нужно... У вас психология олимпийской чемпионки. Вот, наверное, я бы была бы хорошим спортсменом, мне так кажется. Да, потому что это не художническая психология, а спортивная. И при этом вот я получаю, при этом я получаю огромное удовольствие от того, что вот у нас прошли хорошо гастроли, или у меня прошли хорошо гастроли. Вышла классная такая шикарная пресса на то, что русский балет опять всех победил, опять впереди планеты всей. Я от этого получаю какое-то такое моральное удовольствие. Патриот, да. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
А вы вообще чувствуете настроение людей, с которыми работаете? Я имею в виду не про балет, потому что там как бы все ясно, а ну, вот фотографов или журналистов, которые с вами беседуют. Я скажу, к чему этот вопрос. Мы с вами коротко проговаривали про одну беседу, которую меня вдела, телевизионную беседу, где пригласившие, ну, как бы, с точки зрения зрителей, раз вы приходите в гости, вот я вас давно ждал, вас давно пригласил. А здесь ведущие начали с того, что мы вас не звали, и вопросов у нас к вам нет, нас продюсер заставил. А вот почему вы в этой ситуации остались в студии продолжать беседу при таком, в общем-то, ну, странном подходе к вам, как гостю? Ну, наверное, это, наверное, как-то связано было в тот момент с моей неопытностью. Неопытностью как человека, дающего интервью? Да, наверное, не то, что как дающего интервью, а как общение с людьми. Потому что с возрастом, с практикой, с опытом, чем больше ты... То же самое у нас на сцене. Чем больше ты танцуешь, чем больше ты выходишь на сцену, твоя партия, она обрастает новыми красками, новыми идеями. Чем больше ты репетируешь, ты находишь что-то такое новое, интересное. И не скрою, чем больше ты танцуешь ту или иную партию, тебе легче. И физически легче, эмоционально настроиться легче. Ты все знаешь, все понимаешь, как вести себя, как быть на сцене. То же самое процесс, скажем так, с даванием интервью. Да? Ты чувствуешь, человек тебе симпатичен, и ты можешь с ним 2 часа говорить, 3 часа говорить. Когда ты чувствуешь, что уже, в общем-то, 20 минут хватает того, что атмосфера такая негативная, в общем-то, я моментально прекращаю какие-то разговоры и прощаюсь. Поэтому, видимо, вот этот опыт и какая-то более жестокость, может быть, по отношению ко всему окружающему, не к окружающему, а к себе больше, конечно же, не позволять каких-то вещей над собой. Это тоже приходит с опытом. Вот это был опыт у меня, да, видимо, который пришел. 8-й год был, да. По-моему, да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24». Классные очки. Пошла в жопу. Да, ты послала ту девочку в жопу? Да, и ты как-нибудь попробуй. Это так освежает.